Ну что, начинается бой. Александр Ковалев против Белек Алиева. Да, два очень схожих соперника. Александр Ковалев 6-0, Белек Алиев 5-0. По 23 года двум бойцам. Оба заряжены, оба молодые. И, как мы видим, начинаются работать в стойке. Сильно не разведывают. Видимо, каждый из них хочет показать красивый бой, красивую победу, которую будет добыта с помощью ударной техники. Ну, времени достаточно, это только первый раунд. Видно, неплохо казахский спортсмен выбрасывает много, достаточно большое количество ударов. Однако Александр Ковалев хорошо защищается и контратакует. Вот проход ноги со стороны Александра Ковалева. И начинает забирать боковой контроль. Ну, кстати, хорошее положение вот это сайдмаунт. А вот теперь и с упором живот, ноги, тоже перевод. И выходит на удушающий прием. Да, все. Перегонник руками, терпит. Все. Это хороший захват. Я скажу, вот что значит работа на тренировках, да? То есть смена угла атаки, переход. Видим, уснул спортсмен из Казахстана. Да, немножко передержал, не хотел сдаваться. И молодец, да, Александр Ковалев, стоит отметить, что вышел, хотел поработать в стойке. Начали, скажем так, и создавать сопротивление ему на руках. И он, чтобы не рисковать, не портить свой рекорд, перевел бой в партер, чтобы проверить казаха именно в грэпплинге, что привело к удушению. Треугольником удушением руками победу в этом поединке одержал